По нашим данным, в Республике Казахстан узнали о существовании инфрамира. Нашли врата и ведут эксперименты на секретной базе, расположенной в провинции Филханзян. Неизвестно, как далеко зашли их исследования, но мы засекли довольно характерные колебания в инфрамире. Значит, они могут взаимодействовать с той стороной. Твоя цель – разрушить конденсатор и всю связанную с ним аппаратуру. Даже если мы уничтожим конденсатор, врата останутся. Постройка нового конденсатора – затратное предприятие. Это даст нам больше времени, чтобы лучше изучить инфрамир. Очень важно предотвратить нападение оттуда. Наверное, там будет усиленная охрана. Мы ожидаем, что база будет под охраной военных. Ваш отряд... Отряд? Зовите их, Марла. Здорово. Привет, подруга. С тобой будет отряд Клейтона. Это опытные диверсанты, умеющие действовать скрытно. Вы отправляетесь послезавтра. Удачи. Осторожней, Джоди. Никто не знает, что ждет там, за гранью. Не бойся. Я пока не тороплюсь в инфрамир. Хорошо. Не хочу тебя потерять. Рад тебя видеть. Я постараюсь на время забыть, какая ты сволочь. Джоди, я... Знаешь что? Даже не пробуй. Класс. Мне это начинает надоедать. Если не хочешь разговаривать, придется вас убить. Я бы и так охотно убил вас. Но зато быстро и без лишней боли. Теперь ваша смерть будет медленная и очень мучительная. Ну, последний раз спрашиваю, кто вас послал? Айден, где ты? Тут вообще никого нет! Это точно здесь? Ну, координаты верные. Печет все сильнее! Что же нам делать? Джоди, пусть Айден поищет нам укрытие. Ты слышал, Айден?
холодина. Что мы тут делаем? Обычная рыбацкая деревня. Информатор нас кинул. Такие дела. Надо двигать, а то замерзнем насмерть в этих сугробах. 3 дня шли по льду, жрали снег и впустую. Черт! Взять бы того, кто нас сюда послал, и... Эй! Вы задрали уже своим нытьем! Нечего сказать, закройте рот! Ребят, я замерзла. Давайте костер разведем, а потом уж будем ругаться. Она права. Остановимся здесь и переждем бурю. Я выйду на связь со штабом. Просто гений! Дай 5, Винс! Видела, Джоди? Да. Молодцы, ребята. Я отойду. Надо бы поссать. Далеко не уходи. -40. В такую погоду не до прогулок. На главной дороге. Конвой бронемашин. Мимо меня проехали. Тебя видели? Нет. Вроде бы нет. Погнали. За ними идем! Бинго. Айден, глянь, что внутри.
Там солдаты. Они грузят ящики. В подлодке. Подлодки? То есть врата? Под водой. Похоже, внизу подводная база, а на подлодках доставляют грузы. Сколько солдат? Я вижу троих. Пусть Айден их уберет. Айден? Устрани. Сначала убери солдат. Прости. А, предупредить не мог. Так, что будем делать? Дайте подумать, ладно? Объясни мне, что ты делаешь? Ищу решение проблемы. Прекрасная идея, но они нас быстро раскусят. А может, и нет. А врата эти сами собой не закроются, так ведь? Ладно, на расстоянии прокатит. И что? Спустимся на подлодке. Там посмотрим. Я с ней. Ну а мы она как же? Готовьте пути отступления. Когда мы вернемся, нам придется уходить очень быстро. Что? Это приказ, Ник. Давай взрывчатку. Ты ведь понимаешь, что мы можем не вернуться? Да. Это я сразу поняла. Спускайся. База где-то близко. Приборы.
надеюсь, это не вопрос. Я впечатлен. Другие бы давно раскололись. Возможно, муки товарища развяжут тебе язык. Мои вопросы просты. Скажи, кто вы? Кто вас послал? Как вы узнали про эту базу? И что произошло, когда ты прошла через защитное поле? Ничего не говори, поняла? Я буду задавать эти вопросы снова и снова, пока ты не ответишь мне. Кто вы такие? Ох, как сейчас больно ему. Просто ответь мне на вопрос, и ему не будет так мучительно больно. Упорствуешь? Как же мне тебя разговорить? Может быть, ты заговоришь, если я сделаю вот так? Можно ведь и без этого. Ответь на вопрос, и все сразу закончится. Ответь, я прошу. Не могу смотреть, как люди страдают. Ава, Ома Шомхоле. Мне сейчас необходимо отлучиться. Скоро я вернусь, и мы продолжим наш разговор. Что дальше? Ищем конденсер, взрываем, уходим. А есть у тебя конкретные идеи? Нет. Но что-нибудь придумаю. Вадян! Это тега шанса! У меня один шичила! Куда-то шитять! Джоди, не подходи к ним близко. Мы не можем тут ждать. Thank you.
Джоди, что это? Кидом! Вон потом! Дайте нам лигай! У меня вон там! Айден, где ты? Ты там?
правда хочешь знать? Давай. Давай. Идти можешь? Да, порядок. Вернись к кладкам и жди там. Через 15 минут уходи без меня. Рехнулась? Вся база разрушена. Надо уходить, пока можем. Врата же открыты. Если мы их не закроем, оттуда полезут существа. Нет, слишком поздно. Надо уходить. Выбора нет. Сам знаешь. Взрывчатка. Она осталась там, где нас допрашивали. Взрывчатка. Она осталась там, где нас допрашивали. Прикончи, ублюдка, Айден. Thank you.
ты у меня здесь сдохнешь, чертова! Величайшее открытие, когда-либо сделанное человеком, утеряно! Из-за тебя, американская сука! Годы работы! Все впустую! Заплатишь за то, что сделала! Встречи на той стороне. Думала, я тебя брошу, а? Что случилось? Здесь пробоина. Мы утонем. Мы не очень глубоко. Что, попробуем так выплыть? Да. Охрененно здравая мысль.
как я ненавижу холод. Прости за глаз. Ничего. Правильно сделаю, я бы так же поступил. Еще злишься на меня? Нет. Моя злость замерзла. Знаешь, я ведь так и не сказал тебе. Я люблю тебя, Джоди. В другой ситуации я бы прослезилась. Я хотел, чтобы ты знала, если мы тут сдохнем. Ясно. А ты, Джоди? Ты меня любишь? Да. Да, люблю, Рай. Я рад. До встречи на той стороне.